Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал «Это реально интересно», и сегодня у нас Standoff 2, сегодня обновление Standoff 2 вышло, на самом деле оно вышло чуть-чуть пораньше, но тем не менее, почему бы и нет, в общем, расскажу, ребят, что случилось, что, какие крутые вещи произошли с обновлением в этой игре, у меня тут даже вот написано, что произошло конкретно. Исправлена ошибка, приводящая к поломке звуков от первого лица. Проведена оптимизация производительности для устройств с одним и полутора гигабайтами ОЗУ, то есть оперативной памяти. Изменения. Это важно, это самое важное. Соревновательный режим доступен теперь по достижению 5 уровня. Друзья, для нас это просто замечательная новость. Просто замечательная новость, потому что что? Потому что раньше был 10 уровень, теперь 5. Мы уже близки к 3 левелу. И возможно сегодня мы как раз таки возьмем 3 левел. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки. Как можно больше комментариев пишите, как вообще вы играете ли в эту игру. И вообще, что хотите видеть на моем канале. Ребят, пишите все об этом. Все об этом пишите, ребят. Пишите как можно больше комментариев, не жалейте. Делитесь этим роликом со своими друзьями. Ну и что тут еще есть? Что тут еще нового есть? Повышены шансы выпадения ценных наград и предметов из коллекции Names в соревновательном режиме. Облегчена механика прыжка. Улучшена античит-система. У меня больше всего, как, конечно, из этих изменений всех больше всего интересен именно 5 уровень. То есть теперь до 5 уровня, а не до 10. То есть там это вообще типа нереально. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какой у вас уровень в игре Standoff 2. У меня вот пока что второй. Ну, надеюсь, в этой серии мы сможем до 3 левела дойти. Вот. Ну и добавляйте меня в друзья, возможно, на стриме. Кстати, ребят, пишите в комментариях, хотите, чтобы был стрим. Возможно, с тобой мы сыграем. Так что, ребят, go. Собственно, погнали. Итак, достигните 5 уровня. Ну, пока у нас этого нету, поэтому мы идем, наверное, куда? Наверное, мы идем в... Не знаю, давайте в закладку бомбы пойдем. Хотя, есть некоторые проблемы у меня с закладкой бомбы, потому что... Что? Потому что я хз, как разминировать бомбу. Так что, ребята, будет непросто. Так, друзья, здесь, похоже, могу выбрать только спецназ. Ладно, я теперь буду спецназовцем. В принципе, эти ребята тоже кое-что, наверное, могут. Вот у меня есть калаш. И, кстати, ребят, смотрите мои прошлые ролики. У меня есть целый плейлист по Standoff 2. Поэтому, ребят, смотрите мои прошлые ролики по Standoff 2. Даже в одном ролике я играл с Химаном, ребята. Один на один. Так что, ребята, в общем, давайте. Смотрите прошлые ролики. И мы начинаем. Это пока разминка, так понимаю. Как и в КС-ке, в принципе, бывает. Разминка по обыкновению. Почему-то немножко подлагивает. Не знаю почему. Ну, попробую, короче, все отключить, что у меня сейчас есть, наверное, перед разминкой. Так. Так, друзья, ну что ж, мы возвращаемся. Я вроде подключал там браузер и надеюсь, сейчас будет игра несколько лучше работать. Ну что ж, хотя не давайте я все-таки на А пойду, потому что там пацаны что-то все пошли на Б. Я, наверное, пойду на А. Возможно, в этом есть хоть какой-то смысл. На самом деле, стрёмно одному идти. А вот, вот там уже чуваки есть. Какие-то. Но я их видел, точно прыгали-то. Бесились. В смысле, куда он делся? Как он так исчез? Пацаны, что-то я сейчас не понял. Может быть, он ушел. Офигеть! Мы, короче, выиграли, причем я вообще даже не заметил. Я даже удивился, что спецназ выиграл, потому что за спецназ почему-то обычно более слабые игроки, что ли, играют. Я не знаю, как это работает. Но, возможно, этот баланс несколько изменился после обновления. Сейчас посмотрим, ребят. Так, куплю я вот эту штучку. Кайф. Не напрягай меня, учка, как говорится. О, вот уже начинается здесь битва. Ух ты, ёп. Неплохо. Минус один. Минус один, ребят, есть. Неплохо. Давай. Контроль. Я здесь буду контролить. Чувствую, что здесь кто-то еще есть. Бомба заложена. Идем. Так. Быстрее. Ну, мы, кстати, неплохо начали. Очень даже неплохо. Даже, я бы сказал, добро-то начали. Все. Красавчик, бомбой обезвредил. Так, я на каком месте, кстати? Я на 3-м месте, мне пока что один килл. Ну, ладненько. Так, слушайте, я хочу, короче, пушку свою заменить. Не, давайте винтарь какой-то. Вот я прям хочу вот М16. Я теперь М16 более
я думаю, топовая пушка. В общем, погнали. Короче, пойду сюда, наверное. Это, я не знаю, мид, наверное. Как называется? Откуда двоих я минусанул? Неплохо, ребят, двоих минусанул, кстати. Очень даже симпатично получается. Интересно. Тут-то куда идти? Стремно, ребят, в смысле, очень стремно. Я побаиваюсь, но слушайте, я чувствую, что я что-то могу. Но все равно... все, всех минус нули, красавчик. Как дефьюзит? Я не знаю, как дефьюзит, если честно. То есть... Красавчики. У меня просто, типа, не появляется эта штука, поэтому я не могу дефьюзить. Поэтому, если вы один на один против меня играете, как мы-то с Тимоном играли как раз закладку бомбы, мне легко вот именно по этому параметру выиграл. Потому что я тупо не умею. Я знаю, как она здесь работает, но ладно. В принципе, в других скиллах я вроде себя более-менее прокачал в этой игре. Ну так, по крайней мере, знаю, как что делать. А вот в этой бомбе хз, как и что там делать. Ух ты, ё! Это было сейчас дерзко. Реально дерзко было. Есть. Чё за фигня? Что-то там компаньон разблокировано. Красавчики, мы какого-то еще компаньона разблокировали. Это прикольно, конечно. Плюс еще один килл, ребят, я на втором месте. У меня 4 килла. Нормально. Вроде нормально, да? Вроде работаем. Так, а что по гранатам, кстати? Можно гранатки купить? Я, конечно, хз как, так сказать, орудовать с гранатой. Ну, короче, попробуем. Я еще с гранатой первый раз сейчас буду кидать гранату, ребят. Первый раз. Я серьезно. Блин, у меня что-то как-то то ли зависло, то ли это так и должно быть. Наверное, так и должно быть, да. Ой. Да блин, чуваки просто в линию встали и в кого стрелять. Мне 18 хп осталось, ребят, всего 18 хп. Жестко. Жестко. Ну, мы, кстати, хорошо идем. То есть наша команда очень уверенно идет. Очень так добротно, я бы сказал. Так. Моего пацана... Блин, меня тоже завалили, кстати. Это, походу, первая моя смерть. Ну, давайте, ребят, досмотрим, на самом деле, до конца, что здесь произойдет. Не буду я, скорее всего, здесь в монтаже этот кусок обрезать. Хочу досмотреть этот раунд. У меня, на самом деле, мало хп было, и что-то как-то я немножко еще... Знаете, какое-то волнение было, еще нету такой железобетонной уверенности в этой игре, что я все могу, если даже у меня одно хп, а против меня 5... Вернее, полная команда с полным хп. Я даже должен тогда быть максимально уверен, что я выиграю, камон. У меня в КС-ке всегда такая уверенность, правда, я в КС-ку сейчас достаточно редко играю. А как ты обезвреживаешь, чувак? Вот, обезвреживание пошло, но как он обезвреживает? Я хз. Я хз, как он обезвреживает. Возможно, нужно вот эти купить диффьюза. Может быть, только так можно. Я не знаю, ребят, давайте попробуем сейчас какие-то диффьюза найти в магазине. Мы опять выиграли, кстати, тем временем. Так, винтари. Винтари, отлично, я бран. Значит, гранаты не буду там париться, наверное, да. Ну что, нету никаких диффюзов, ребят. Нету диффюзов. Диффюзов или диффюз. Короче, нету этих штук. Это странно. Это опять. Вспышки фотокамер. Я ж звезда. Да, стендов 2. Как мне кажется, моих самых розовых снах. Так, что у нас здесь? Блин, а чё чуваки не... в смысле? В смысле? Я вообще типа такой, окей, ладно, нормально, пацаны. Можете сделать все за меня, я чё, я постою, подожду. Не, на самом деле очень сильная команда подобралась. Я с... Ух ты, я уже на последнем месте, между прочим. Два раунда как-то не особо тут сыграл. Плюс один раунд уже проиграл я. И все, ребят, и все, я на последнем месте. Но команда очень хорошо идет, на самом деле, мне нравится. Я люблю быть в сильных командах. Ну, достаточно сильных, относительно сильных соперника, по крайней мере. Ладно. Ладно, батенька. Батенька. Так. Тут, я думаю, никого нету. Хотя, это глупо так думать, когда ты воюешь. Так, он заложен. Чё за фигня-то, блин, пацан? Ну ты какой-то паникёр, знаешь ли, паникёр. Давай, минируй. Красавчик. Есть, ребятки, есть. Очередная победа.
По красоте, ребят, по красоте просто, по красоте. Чё, пацаны, аниме вышел? Нормально. Спросил, вышел. Ну или, ладно, окей. Какие бородачи здесь, слушайте, у меня тоже борода, ребят. Как все с бородой, напишите в комментариях. Не знаю, мне она не особо, честно говоря, нравится, но... Мне просто лень, честно говоря, бриться. Ну и плюс, когда побреюсь, обычно какое-то раздражение бывает. Ну, не очень приятно, в общем. Не очень приятно. Так, ну да ладно. О-о-о-о-о. Блин, вообще пацаны жестко рашат, просто жестко рашат. Я как-то чуть более стараюсь как-то аккуратно, что ли, играть. У меня прям просто максимальный раш пускается, максимальный раш, и у них это получается. Вот что самое странное, важное. Опять бомба уже заложена. Так, все, уже минусанули. Все, ребят, все, как бы, все. Что сказать еще? Все, изи катка. Я так понимаю, мы против троих уже играем, не против четверых. Там чувак как раз таки вышел, типа не верит в свою команду. И все, ребят. Это получается что? Это получается победа, ребят? Это победа. Вообще, в целом, победа. 8-0. В чистую, в сухую мы выиграли. Это приятно. Но, к сожалению, я оказался на последнем месте, причем так уверенно. Поначалу-то я как-то даже вроде как лучше себя показывал. Ребят, есть, между прочим, третий левел. Ребят, мы уже близки. Мы уже прям близки, я чувствую. Вот уже мы близки к чему, правильно? К соревновательным режимам. Значит, к дороге Глобову. Вот уже такой настоящий, как бы она пока идет, эта дорога Глобову. По-прежнему так и называется, в принципе. Ух ты, я хочу вот эту карту. Можно эту карту, пожалуйста? Но, тем не менее, все равно мы еще не участвуем в соревновательном режиме. Но третий левел, ребят, у нас уже есть. 200 заработанного опыта нам дают, это приятно. Так, друзья, я, пожалуй, снова выберу спецназ. Ну, спецназ вроде достаточно крутый и силен. Мне нравится спецназ. Поэтому погнали. А, блин, это карта-то. Это та карта, на которой я проиграл Химану. Ладно. Пора делать камбэки, так сказать. Оу, май гад. Меня Димка завалил. Димасик. Есть. Есть, ребята, сейчас было хорошо. Сейчас было хорошо, мощно, дерзко, резко. И пацанчик уже в ауте. Так сказать, отдыхай, пацан. Ты был хорош, но я лучше. Я лучше тебя. Я лучше тебя. Так, а где следующий какой-нибудь вражин наш? Ну ладно, окей. Матч начнется через 0 секунд. Все, мы начинаем. Поехали, друзья мои хорошие, поехали. Так, закупаться мы здесь, соответственно, не будем. Нам нужно что? Нам нужно просто как можно больше киллов сделать и не допустить взрыва бомбы. Все просто, вроде как. Так, я не буду, или буду? Нет, я буду все-таки рашить. И по всем, потому что, ну что? Ну потому что без этого никак. О, ё-моё, я зря. Там чувак, тем более, я про, написано, значит, он на самом деле есть про. Может быть, какой-нибудь киберкотлетка какая-нибудь. Так что с ним будет довольно-таки жестко. Будет довольно-таки жестко, сложно. Эх, надо было быть более осторожным. Ребятки, ну что ж, мы здесь проиграли, террористы выиграли. Итак, друзья, ну что ж, еще одна катка. Возьму, наверное, Desert Eagle. Да пусть будет у нас Desert Eagle. Все-таки пушка помощней, посолидней. Но эта пушка, ну скажем так, one shot. One shot, one kill. Ну типа, ну то есть здесь, сколько здесь, 7 патронов, наверное, да? Да, 7 патронов в одной обойме. И поэтому надо быть более эффективными в плане стрельбы. Стараться меньше промахиваться. Это ключевой показатель будет здесь. Так сказать, ключ к победе. Я вроде начинаю немножко уже ориентироваться на этой карте. Чуть-чуть. Потихоньку, помаленьку. Хотя до сих пор не идеален я на этой карте. В плане типа знания. Чё как, чему, почему. Какие-то лабиринты забегаю. Короче, мы победили, это хорошо. Да, стреляет пушка, ну, странно, но все-таки стреляет. Это хорошо. Так, ладно, надо делать закуп, ребят, закуп.
А, винтарь, хочу винтарь, вот такую пушечку возьму. М16, отлично, погнали. Бум-бум, хорошая, да, надеюсь, пушка будет нам благоволить, так сказать, в стрельбе. И не только. Я калаш, чувак, нормально. Хорошо, четко. Туруту, тутуруту. Нормально. Красава. Есть второй, ребят, килл. Приятно. Приятно. Пойду за этим чуваком, он чувствую, знает, куда идти. Я честно, вроде бы на этой карте играю, наверное, третий раз. Но как-то пока еще не идеально ориентируюсь, не идеально. Так. Ага. Еее. Три. Я даже прошечку завалил. Чувак! Братан! Нет! Я не смогу. Я не смогу. А чё, он сдох, что ли? Блин, это обидно. Ну ладно, чё помогу поделать. Я в втором месте, как бы, и мы проигрываем всё-таки. Это неприятно. Я не умею всё-таки разминировать. Это прям проблема, ребят. Это прям проблема. Но, важно, мы, похоже, против вторых играем. И это наша сильная сторона. Это хорошо. В какой-то степени. Так, ну ладно. Окей. Так. Что это сейчас было вообще? Что это? Это граната так залетела мне нормально? Смотри, не нормально, а очень больно. Болезненно. Очень так неприятно. Опасно залетел. Хорошо. Хорошо. Красавчик. Ял. Есть, ребят, еще один килл. Дабл килл, дабл килл. Хорошо, хорошо. Есть дабл килл. Опять бомбу заложили. Слушайте, а куда заложить? На Б, я не знаю. Я, наверное, пойду на А все-таки. Типа посмотрим, может там что есть. Опять же, разминировать. Я вряд ли смогу. Это моя большая проблема. Так, чувак, это на А, как бы, я не знаю, как ее минировать. Проблема в этом. Может быть, Q? Нет, точно не Q. Давай, давай, чувак. Я, короче, все равно не умею, так что. Давай, братан, братишка. Я верю в тебя. Красава! Красава! Дерзкая, дерзкая. Красавица моя дерзкая. Лайк тебе, лайк просто. Ну, очага, на самом деле, хорошо. Я тут как бы все сделал. Как бы киллы сделал. Я, между прочим, даже на первом месте, ребят, причем уверен. Хотя нет, не уверен, на самом деле. Потому что у меня что? Потому что у меня вроде бы и 6 киллов, но... Но все-таки не так уж и много у меня очков. То есть тоже 12 очков, как у, в принципе, у того чувачка, который идет на втором месте. Так что... Надо быть еще более жестким, мощным, крепким. Так. Ага. Странно как. Ага. Здесь кто есть по-любому. Ну, как бы уже нету никого. Эй, чуваки, чего вы меня стрелять? Я тут хожу, как бы стараюсь по красоте все сделать, знаете, чтобы так со спинки зайти, так сказать, с тыла подобраться. Так что все нормально, ребят, все нормально. 3-2, мы снова выходим вперед. По красоте, два раунда подряд взяли. Мы огромные молодцы, на самом деле. Вот, так что продолжаем. Чё-то чуваки сюда не пошли, ну ладно. Я один пойду. Быстрее жить. Я в прошлый раз здесь чуть ничего не упнули. Так, чё кого тут? Есть? Нету? ЗМ. Вроде бы нету. Так, опять на что лети? Ну, судя по всему, да. Вот там опять пули свистят. Чуваки, ну чё такие жесткие там прям вообще уже? Я уже уверенно, надежно на втором месте, причем там чувак, который на первом месте, он вообще прям уже улетел просто и по киллам, и по очкам, на 8 очков просто улетел вперед. Я ничего не могу сделать, просто где вражины наши, я не знаю. Типа давайте пойдем сюда, может быть здесь кто-то будет. Так, Аня, ну вы прям сразу идете рашить, ну вы жесткие пацаны. Ну ладно. В принципе так можно. Я тоже пойду. Ух, ё-моё. А вот это я зря, наверное, пошел. Причем я нанес 0 урона, так что, ребят, здесь меня, конечно, конкретно на... Ну вот, жесточайшим образом уничтожили.
Так, друзья, новый раунд. Пора закупиться. Винтари какие здесь есть. Давайте что-нибудь другое возьмем. М4, например, возьмем. Посмотрим, как с М4 походим. Ну, попробуем, типа. Может быть, она даже будет лучше, я не знаю. А то не может быть лучше что-то. Расстояния какие-то сумасшедшие, большие и так далее. Хорошо, хорошо. Чё? А, и меня завалили, ребят. Я вообще, короче, в каком-то ауте был сейчас. Меня опять уже прошечка завалил. Так что считайте, это было нормально. А, пацан, давай, держись, живи, нет. Короче, я на втором месте, 7 киллов, но вот что-то первый чувак у нас как-то стал играть не как первый, скажем так, как последний, короче. Не очень эффективно играет. Блин, чувак, тут просто можно было расстрелять, если бы у тебя была нормальная пушка. Но нету! Теперь выиграли. Так, друзья, новый раунд. Пора взять винтарь какой-нибудь. Опять же, М4 возьму, потому что, в принципе, пушка нормальная. Просто, ну, там немножечко не повезло мне. Немножечко не повезло. Поэтому, ну, давайте сейчас попробуем, так сказать, реабилитироваться с этой пушкой. Реабилитироваться. Ага. Какой опасный чертополох. Так, может быть, здесь есть. Я бы еще сюда пошел на их месте. Ну, типа, с двух сторон, типа, оп. Ой, как хорошо залетело. Сразу хэт. Лежать, бояться. Не знаю, наверное, сюда нужно идти. Это не факт, ой, не факт. Оу, мазов. Ну, что я могу сказать? Прошечка, чувак, прошечка, реальная прошечка. Хотя вот Сней Арми красавчик. Хотя он все-таки, нет, него не звали, но тем не менее, он лучший игрок матча, судя по всему. Так, ладно. Винтари. Возьму я все-таки, наверное, М16 снова. Что-то как-то с М16 мне чуть больше, мне казалось. Везло, что ли? Так что, пожалуй, снова возьму эту пуху. Надеюсь, не будет и правда эффективней. Собставить дела. Хорошо. Развиваемся, так сказать. Оп, аккуратненько, все, чекаем. Красавчики. На, там, я смотрю, уже жестко прям все пошло. Ух ты, двоих завалил, ребят. Просто по красоте, ребят, просто красавчик. Просто мощный, стычный. Нереальный. Ебать! Я самый ценный за наибольшее убийство. Это реально интересно, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, друзья, можете колокольчик нажимать. 64 в нашу пользу. Я на втором месте. Приближаюсь, кстати, первому месту, так что, ребята, давайте прям поддержите меня, и мы сможем. Еще стрим, может быть, даже пройдем. Так что, ребята, пишите в комментариях, если хотите стрим, ну и не только. Так, ну неплохо. Мне понравилось. Реально было весело. Что вы тут кидали? Что-то накидали какой-то пиротехники тут, так сказать. Которая... Не особо нужен. Ах, ты не я завалил, кажется. Он завалил. Вот так. Это был хорош. Был лучший, как мне казалось. Но нет. Аккуратненько здесь подойдем со спинки. Если там кто-то есть, конечно. Есть, ребят, хотя бы один килл мы сделали. Ну, дерзко, конечно, жесткий. Хотя 12 киллов вроде, блин, но тут 31 очко, это за бомбы. Так что дерзкая, да, жесткая. Не знаю, девушка это или не девушка, ребят, пишите в комментариях, это девушка или не девушка дерзкая. Пишите в комментариях. Читеры гребаные, у кого-то подгорел пуканчик. Подгорел пуканчик. Хотя мы не так уж и жестко выигрываем. Всего-то 7-4. В прошлый раз было вообще 8-0, как бы все четко, мощно было. И на самом деле, гранты работают, ребят, гранты работают, похоже. Так, есть некий эффект от них, надо, наверное, учиться ими пользоваться, скажем так. Ё-моё! Это мазурка. Это жестко. Давай, заходим. Ту-ру-ту-ту-ту.
Да ё-моё, чувак, просто жесткий какой-то. И почему ты 5 меня стрелял? Заколебал этот прошка, если честно, у меня прям реально прошка. Ну, у меня что, здесь одна помощь, как бы, и... Ну, такое себе. Блин, теперь выиграли, ребят. 7-5, слушайте, такая, на самом деле, хорошая потная катка получается. Все-таки у них меньше народу, между прочим. Так что нам надо выигрывать, вообще-то. Если мы не выиграем, то это будет позор. Это будет реально позор. Так что давайте, ребят, собрали яички в кулачишки и погнали нагибать террористов. Мы все-таки за правильную сторону, так сказать, за добрых, надеюсь, людей, за спецназ. Так что давайте, погнали. Нафига ты эту хрень кидаешь каждый раз, не знаю зачем. Минус. Есть. Ой, ёж ты в печень. Да что вы делаете, ребятки? Меня свои, короче, хреначат этими мигрантами пошибче, чем чуваки, которые типа считаются нашими вражинами. Но нет. Короче, бей своих, чтобы чужие боялись, похоже, таким принципом. Оп, хорошо. Залетело. Второй килл есть. Дабл килл. Так. Эх, не получилось, ребята! Ну, блин, немножечко не получилось. Я есть груд. 7-6, серьезно, ребят, 7-6. Очень серьезно. Слушайте, как так-то? Вроде бы нормально. Все шли, что-то пацанчики как-то подрасслабились, А я 15 килл сделал. Ну, то есть, как бы, киллов-то больше всех у меня. Вообще реально больше всех у меня. Но что-то как-то все равно мы, ну, как-то вот слабенько, слабенько. Здесь команда, по-моему, слабее. Ну, реально, объективно. Объективно слабее. Неприятно. Да ну нафиг с вашими, блин, этими гребаными гранатами. Как же меня они за это терроризировали. Гранаты? Оу, жесткий. Что-то зря, наверное, пошел в такой прорыв. Очень прям зря, потому что чувак мне просто сразу оч-поньк и все, и готово. Ребят, между прочим, сейчас может быть очень такой важный раунд, так что надо смотреть его, думаю, до конца. Нифига себе, чувак там подлетел просто максимально. Ё-моё, чувак, не раш, не раш, просто свали, возьми свою пушку нормальную. Блин, чувак, возьми, возьми автомат. Нормально, ребят, нормально. Ребят, это победа, красавчики. Даже без меня выиграли, красавчики, уверенно, молодцы, люблю вас. Ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то почему бы не поставить лайк, подписаться на канал, друзьям, рассказывать колокольчик, нажимайте максимально, поставить ролик. У нас уже прям нормально так опыта взяли. В общем, подписывайтесь на канал, смотрите мои прошлые ролики по Standoff 2, по ссылке в описании будет целый плейлист, так что, ребят, смотрите, подписывайтесь на мой инстаграм, на все мои другие каналы, на мой инстаграм, еще раз скажу, обязательно на него подпишитесь, и, конечно, на группу ВКонтакте, и на мою страничку ВКонтакте. С вами был Макс Шубин, всем удачи, всем пока-пока.